Как так все? Смотри, как красиво клюет. А, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже волна поднимается. Так, всем привет, ребята. Вновь мы приехали на рыбалку. 4 метра. На то же озеро, где вот на прошлом видео снимали. Приехали половить на жерлицы. Ну и попробуем на балансир. Если нет, так вон Юра уже сидит на червя. Пока тишина. Черево-парыш. Там вот мужики с утра сидят. С утра чуть-чуть поклевало, говорит. Что-то сейчас тишина. Один мужик вот щучку вытащил. У нас живцов нету, живых. Закончились в магазине. Взяли замороженных повторей. Сейчас попробуем. Штук 5, наверное, Юру поставим, да? Да, да. Вот. Юра, поздоровайся. Здравствуйте. Всем привет. Всем что ж, давайте начнем. Опять Юрик мучается. Что, плохо бурится, да? Нормально. Жарко. Но погода сегодня нормальная. Одно удовольствие, блин. Вот это, да. Даже ни разу не закусил, блин. Ну все, им будем бурить нас. И да, им будем бурить. Охренеть. Бур обалденный. Какой класс. Вон Юрик уже поймал. Юрик уже поймал, да? Да, да. Крокодила. Ого. Короче, пробовал на балансир, на резиновую рыбку. Что-то не клюет. Сейчас попробуем на 3 жерлицы поставили. Что-то тоже молчат. У Юрика клюет, говорит. Фига тут крокодилов наловил. Вот эту мелкую хочу поставить. Да-да. Нифига, мелкий. Че, у тебя же не клюет, ты говоришь, клюет. Дай-ка я на твою попробую поймай кого-нибудь. Это же мелкий. Ну поставь сейчас, крокодил какой-нибудь. Вот это мелкий он у тебя, блин. Крокодил какой-нибудь поймаешь. Тебя тоже не клюет. Потому что ты подошел. Обманул ты меня. Один за одним был, два пошел. О, клюет. Вот клюет. Ой-ой-ой-ой. Юрик не обманул. О! Первый мой окунь сегодня. Телефон чуть не уронил еще воду. Ага. Красавчик. Опять 2 лунки пробурил свежие. Нифига не клюет. Уже не знаю, сколько лунок пробурил. У нас штук 12. Искать надо. Искать.
Так, вот здесь помельче. А мы поздно приехали, я суток еще сегодня. Ну ладно, зато свежим воздухом подышим. Рыбаки домой собираются. Чуть не забрал. Нифига себе. Чуть удочку не унес. Пока снимал. А! И обратно упал. Красавчик. На эту снимал. Вот на эту снимал. Смотрю, удочка, дыдыщ, дыдыщ. Думаю, нифига себе. И то, пока доставал, в лунку провалился. Че, Юр, не клюет? Не. Думаю, опарыш, что ли, еще поставить? Червю. Поставь. Там сколько времени? Смотрел, Юр? Юрик-то уже наловил себе. Вот это вообще, наверное, грамм 450, да? 12.03. А, ну... Рано еще? Да, конечно, вот вечерний клюв еще должен быть. Так. А? А что они, мешают что ли? Так, вот этот чуть удочку не забрала. Хорошо, клюнула бы. Стою, снимаю рыбаков тут. Бац, и поклевка. Одна единственная за целый день. Уже поймал. Вон Игорь. А? Юра херачит. А там что, не клюет? Поклевка одна была. Там помельче, чем здесь. Вон там что-то пробурится. Вот на этом уровне поймали. Червяк замерз. Так, опять пробурил две лунки рядом с Юриком. Юрик вот пробурил. Сколько ты? 4 штуки поймал? 5 поймал. Короче, надо искать этого окуня. Блин, у меня катушка замерзла. А там клюнул и удочку прям лунку затащил у меня. Блин, не откручивается. Вот это отогревать сейчас. Трудовая рыбалка у нас сегодня, да? Я одну поймал, блин, на Юрику удочку, одна смылась. А тут не глубоко, да, Юр? Блин. Че? Че, ушел? А?
О. Так, мне, наверное, тоже желтую поставить. Легко. Поднял как. Вот. О. А? Да. Этот. Мормышку перевязываю. А тут поклевочка. О, наконец-то поймал. Вторую. На целый день. На червя. Еще две лунки барбурил. Давай рыбалка у нас. Нет, главный лунку пробурил. Окей. Лунку пробурил. А, и так клюет у меня. Ого! Он что, тут? Ту удочку зацепил. Тоже клюет, на. А, убежал-то! Пока я тут вставал, я тут убежал. А, не, не, тихо, не тяни. А. Зацепился. Это получается, вот он. Вот это я поймал. Вторую уже упустил. Я думал, клюет он. А, ну это тоже клевало. Такое это, такого окуня. Короче, ребята, на одну удочку поймал, вторую зацепил. Наверное. Ту дернули, блин. Этот в лунку потянул. И окунь здоровый ушел. Бывает. Что ты сделаешь? И запутался. Ты вообще ничего не клюет, это сразу на две. Окунь-то хороший был. Хороший ли ушел, да? Да у меня второй уже ушел. Тот раз тоже. Блин, как неудобно, а? Как этот. И снимать, и ловить. Это вообще тяжело оказывается, блин. Это всем смотреть, сидеть на диване, конечно, хорошо. И рыбачить, и снимать. Да. Это не то. Пока я тут все собирал, блин, пока подготавливал, Юрик уже пол ведра наловил. А я весь клев проморгал. Да, Юр? Ну что сделаешь? Людям же тоже надо показать. Сидит он. Думаю, чё она, блин, дно не могу найти. Ох. Я кручу, кручу. Так, ну этого бы как бы не упустить. Туда закинешь снег.
Червяк весь пожеванный. О, еще такой. Ого. Вот. Ну это не так уж крупненький, но пойдет. Может, вечерний клев начнется, Юр? Или начался уже? О, сидит, оказывается. Да ладно. Ого. Вот это да. На Юрика лунку перешел. Думаю, что он не тонет. Ай, отдай. Мне нравится, когда она расшипиривается. Вот так вот. Лопацоны. Да. Перевоспитывать надо. Сюда пришел одна рыбка. Может, сейчас туда пойти, может, там еще попадется. Поднял. Вот она. Да, ну, вторая. Ну, какая хорошая. Уху. Да ну. Ты крокодил. Может, клев не очнется? Да. Ну. Не, главное, не клевало. Так, ребята, еще одна лутка. Может, здесь повезет. Вот свежая лунка, окунь, новая лунка, окунь. Отдай. Отдай, кому говорят. Вот такой средненький. Ладно. Возьмем. Самару отправим. Ой, чё крючок? А? Да вот одну. Чё-то крючок погнулся. И все. Пробовал балансир, блесну, резинку. Эй, куда? Куда? Домой собрался, что? Ну-ка на место. Ты в Самару едешь. Спасили рыбу. Братьям, сестрам. Все, закончился. Надо червя, наверное, поменять. Или чуть-чуть поиграть.
тоже что-то тянет. Да? А? Что-то поймал, что ли? Нет? Ага, а еще. Давай, давай, давай. О, красиво как поднимается, смотрите. Медленно так. Вот она. Ого. Ого. Вот это да. Ух ты. Вот это крокодил. Крокодил, дел, плывет. Что-то я на яму попал, что ли, Юр? На стайку? Да хватит уж, блин, целый день, полдня, считай, сидел, ничего не ловил. Сейчас чуть-чуть хоть оторваться. Больше бурил, чем ловил. Че, еще будет подача? Так, все, походу дела. А нет, ну как так все? Смотри, как красиво клюет. А, так. Ой-ой-ой-ой. Уже волна поднимается. Красота, красота. Фу, приехал, хотел сегодня щучек половить, чисто щучек. Думаю, хотя окуней половить бы. Щуки вообще не клюют. Жерлицы там у нас стоят 5 или 6. Надохляка не хочет. Замороженного мухтика. В тот раз одного поймали мы. Кстати, кило 160 было вес. А сегодня нету. Ну что ж, ребята, мы отловились. Приехали за щуками. Ни одной щучки не поймали. Вон жерлицы Юрик собирает. Пробовали на замороженного живца. Пробовали на замороженного живца. Что-то не берет. Пробовал на резинку, на балансир, на блесну. Где-то с обеда. Часу, наверное, да? Или с 12 до 2 вообще не клевало. Ну, с 2 до 4 там чуть-чуть половили. Вот в конце, вот на последней лунке я штук 5 окуней половил. Мы приехали за щуками. Мы поймали окуней. Юра больше всех поймал. Насигарил там целую кучу. Сейчас покажу. Вот черный пакет. Полный. Ручка порвалась. Сколько килограмм, кстати? А у меня весы есть, надо весить. 6600. Да. Нормальный улов. 6700 почти. 6700. Вот так вот. Ну, ребята, всем пока, до новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока-пока.